Привет всем! С этого года, 4 августа, отмечается День национальной полиции Украины. Вот просто как теперь специально не нарушать правила, а? Дата 4 августа выбрана для нового праздника не случайно. В этот день президент подписал закон о национальной полиции. При этом День милиции 20 декабря больше отмечаться не будет. Новая полиция круглосуточно патрулирует город и первая реагирует на нарушения. Ее особенности в том, что она следит не только за правопорядком, но и за ситуацией на дорогах. Также полицейским выдали новенькие, далеко не дешевые автомобили Toyota Prius. И по статистике, еженедельно во всей Украине разбивается около 10 машин. А может... Вот как мы стремимся в Европу. Но главное, чтобы правоохранительные органы поддерживали порядок на улицах. Спрошу у наших горожан, видят ли они разницу между старой милицией и новой полицией. Скажите, пожалуйста, какая разница между милицией и полицией? По-моему, нет никакой разницы. Новая форма, новые машины, красивые полицейские. Так, давайте. Так, подождите, еще раз. И новая форма. Новая форма, новая машина. Автопарк. Новые молодые люди и девушки. Все. Красивые. Красивые. А как вы считаете? Я считаю, что их теперь много. И их видно. Что-то они делают. А скажите, пожалуйста, вы случайно не полицейские? Нет. Но вы такие красивые девушки. Спасибо. Пикап. Ну, пока стоит только название. Не знаю, я мирный гражданин. Меня ни те пока не останавливали и не трогали. Милиция и полиция? Не знаю, на мой взгляд, милиция — это сейчас ГАИ, так как я езжу на машине, а полиция — это, ну, в общем, полиция работает в районе Запорожья, а милиция в районе области. Ну, так вот, гаишники и я не знаю. Дорогие полицейские, поздравляю вас с профессиональным праздником. Всего вам хорошего и честности вам. Вітаю всіх працівників поліції з цим визначним святом, з їхнім здоров'я і поменше пригод. Щастечка та здоров'ячка, да. Вони лучше. По крайней мере, вони стараються бути лучшими, це видно. Раз, два, три. З праздником. З праздником. Ні, давайте ще раз. Раз, два, три. З праздником.